Во Всемирный день здоровья 7 апреля глава района Олег Хромов вручил ключи от новых служебных квартир 11 семьям врачей государственных медицинских учреждений муниципалитета. Счастливыми обладателями благоустроенного жилья стали 5 врачей взрослой и 2 врача детской поликлиники, врачи скорой помощи и перинатального центра, психиатрической больницы и детского дома ребенка. На Аллее Славы состоялся митинг, посвященный очередной годовщине освобождения узников фашистских концлагерей. В нем приняли участие руководители органов местного самоуправления района и поселений, предприятий, организаций и учреждений, представители общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений города. Участники митинга почтили память погибших в минуты молчания и возложили цветы к памятнику бывшим узникам фашистских концлагерей. Третью субботу подряд по всему Ленинскому району проходят субботники, в которых принимают участие предприятия, организации, учреждения и активные жители нашего муниципального образования. В этот раз на борьбу с мусором вышли 860 человек. Массовый субботник поддержала и система образования муниципалитета. Все школы и детские сады района в рамках акции привели в порядок территории образовательных учреждений, памятников, скверов. Всего было собрано 440 кубометров мусора. Следующий субботник состоится 16 апреля. 10 апреля в музей-заповеднике Горки Ленинские состоялся первый ленинский забег, посвященный Дню космонавтики. Более 100 человек приняли участие в забеге – школьники, учащиеся колледжей, активисты района, муниципальные работники, спортсмены и многие другие. Старт забегу дала теле- и радиоведущая, певица и жительница Ленинского района Илона Броневицкая. После забега любой желающий мог сдать нормы ГТО – прыжок с места в длину, поднятие гири, наклоны и упражнения на пресс.